Сегодня я открою сундук стоимостью 1000 монет. Вот этот сундук, я даже не знаю, сколько он стоит. И золотой сундук за 50 тысяч. Вот сундук за 1000 монет. Из него могут выпасть разные скины. Я хочу самолетик, потому что у меня розовый, он какой-то некрасивый. Открываем. И... это что такое? Синий скал. Так, я уже вижу. 1, 5. Только 12 очков из 30 вы дали этому скалу. Ладно, открываем второй ящик. Так, из него уже выпадает... О, скин на самолетик! Белый самолет, ура! А, ну, типа, белое небо, белый самолет, думаю, ну, красиво. Как... Ну, тут уже 13 очков, думаю, получше. А, еще 2 сундука у меня осталось. Открываем еще один. И, о, это какой-то красный снайпер. Так, и последний ящик. Открываем. Что? Красный командир? Ну, мне выпал 1 из 4 самолетиков. Это, конечно, обидно. Ну, что есть, то есть. Так, ну и эти скучные контейнеры закончились. Теперь мы будем открывать премиум контейнеры. И в них может выпасть, ну, ничего такого, если честно. Хотя вот это выглядит прикольно. Первый контейнер и... О, тут даже свой ключ есть. Ковбой! Полицейский ковбой! 25 очков. Так, давайте еще один откроем. И это вообще что такое? И последний ящик еще остался у меня. Так, снова ключик открывает. Солдат какой-то. Я хотел, конечно, вот эту красивую турельку, но мне ее не дали. Ну ладно. И теперь пришло время золотого контейнера, на который я копил, ну прям, я даже не знаю, сколько дней. Но... Короче, мы его сейчас откроем. Покупаем его за 50 тысяч, и из него мне может выпасть золотой миниганер, золотой крокбосс, скаут. Это очень круто. И ковбой. Я хочу, чтобы мне выпал скаут. Если мне выпадет что-нибудь другое, то столько стараний будут напрасны. Готовы? Так, нажимаем на кнопку. Все, открывается карточка, включается. Давай, скаут, пожалуйста. Что? Да, скаут выпал. Скаут. Я думал, мне сейчас такой круг босс выпадет, и я такой, о, блин, нет, за что? А мне выпал скаут. Все ставят 10, кроме босса. Ну ладно. 29 очков. Этот скин побеждает сегодня. И вообще, это мечта. Пью. Так, давайте проверим скаута. Он стоит 200 монет. Оу, он светится. Он стал золотым. Оу, это самая худшая башня стала самой крутой. Короче, мне выпало самое лучшее. Вот, кстати, прошлое видео по Tower Defense. Но, и, короче, всем пока. Бах.